и Акиму Дусаеву, и его замам хочу сказать, хватит вот этот ваш непрофессионализм, он уже достал наших алматинцев, нас, и мы требуем вообще, чтобы у нас ввели выборность акимов. Мы должны и имеем право выбирать своих акимов, как во всем цивилизованном мире. Зачем вы каждый раз нам назначаете всяких своих акимов, которые в итоге не на народ и наш город работают, а на чьи-то карманы?